Итак, ребятушки, вот он перед нами, поезд номер 625, Астрахань-Атырау. Вот эти 6 вагонов – это единственный в России международный поезд. 353 километра за 11,5 часов. Скажите, а покушать будет что-нибудь? Нет, вы сами должны здесь купить. Ну, вот сегодня будем пить чай. Кипяток есть, а заварка у вас должна быть своя. Заварки даже нет? Скажите, окошко же открывается? Нет, потому что ночью будет холодно, вы скажете, топите. Вот такое, смотрите. Старый добрый рундучок. Приятный матрасик, одеялка хоть есть и подушка. Белье. Вот там рельсы. Работает. Уголь. Многие из наших подписчиков понятия не имеют, что поезда еще до сих пор топятся углем. Ребятушки, приехали в Атырау. Стоило нам все это недорого. Плацкарт стоил 2311 рублей, а купе 3497.